Всем привет! Верность ТВ опять вещает. Сегодня у нас будет распаковка посылок от Тамары Петровны. Она нам прислала две посылки. Вот, сейчас мы будем распаковывать. Сегодня Дмитрий Сергеевич занят. Я его сегодня подменяю. Я волонтер приюта «Верность» Никита. Приступаем. Вот это у нас игрушка. Петушочек. Это у нас зубалочка. Это у нас мячики. Это еще один мячик. И еще вот чудной такой. Так, это у нас шприц. Очень нужная вещь. Так. Это у нас антисептик с запиской. Этим спасали до полусмерти сдержанных и покусанных. Это у нас антигельминтик. Там еще вот такие штуки. Отблох, таблетки против глистов. Очень нужная вещь. Так, тут у нас что? Тут у нас антисептик и всякие штучки. Дмитрий Сергеевич разберется. Здесь у нас, мы видим тут бинты и пластыри. Вот они. Очень нужная вещь при перевязывании собак. Так, тут у нас. Это у нас перчатки. Очень много. Это какая-то игрушка, еще одна. А тут он. Тут у нас корма кошачьи. Курина. И собачьи педигри. Так, сейчас места у нас нет. Коробочку сейчас уберу. И начнем распаковывать. Тут что-то интересное. Сейчас посмотрим. А тут у нас шоколадки для персонала и чай. Спасибо большое. Сейчас я освобожу стол, и мы начнем распаковывать вторую посылку большую. Мы тут обнаружили, что в этой посылке с конфетами была еще маленькая посылочка. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим. В этой посылочке еще небольшое письмо. Так, наверное, какие-то конфеты. Большое спасибо, попьем с чаечком. И письмо. Надо дяде мне потом передать. Ага, заказное. Федеральная налоговая служба. Ну, Дмитрий Сергеевич попал. А оно открыто. В нем письмо. Письмо. Подарок. Это подарок от налоговой. Мы открывать это не будем, потому что может там что-нибудь личное. Потом мы передадим. Приступаем распаковывать вот эту посылочку. Как там Дмитрий Сергеевич говорит? А. Ту-ду-ду-ду. Ничего себе. Ну, приступаем. Здесь у нас. Это у нас воротник. Мы одеваем их после стерилизации животных. Точнее, не мы одеваем, а животным. Давайте дальше. Так. Здесь у нас мусорные пакеты и резиночки. Вот. Это нам пригодится. Давайте дальше. Давайте вот этот. Здесь мы видим
Ух ты ж. Это что? Похоже на шапочки. А, это одежда для маленьких собак. Такая есть. Есть вот с такими. Есть типа вот такие. Это что? Наверное, это дождевичок. Это у нас свитерочек. А вот это что? Это у нас типа курточки. Уже для такой побольше собаки. Прикольная штука. Тут у нас зимняя. Ничего себе, какая классная. Собачке будет тепло. Так. Это у нас... Непромыкайка такая. С светоотражателями. Тоже такой кабинетичек. Сейчас я пакет уберу и продолжим распаковывать. Приступаем дальше. Тут у нас еще такой большой пакет. Что в нем, не знаю. Сейчас узнаем. Развязываем. И тут это зимненькое. Вот такая. Так. Это дождевик. А вот это что? Ничего себе, сколько меха. Давайте дальше. Так, это еще одна зимняя одежда с такими классненькими штучками. Вот тут веселенькая курточка. Такая толстенькая, мягенькая, тепленькая. Так. А вот это что? Ух ты ж, это уже для больших собачек. О, нехилая собачка. Такая и Волкану подойдет. Так, это еще одна зимняя курточка, типа жилеточки. Вот. Это зимняя куртка с записочкой. Это зимний поми... Короче, куртка. В этой куртке еще что-то есть. Это штанишки. Для собак. Ничего себе. Какие курточки нынче. Курточки нынче. Давайте заново. Ничего себе, штаны нынче. Давайте сейчас это уберу, чтобы не мешало. И продолжим. Так, следующий пакет будет вот этот. Ага. Что мы тут имеем? Это намордник. Это для стрижки когтей. Это еще один намордничек. Женский. Ух ты ж. Вот это вообще нужненько. Какие ошейники. Вот. И записочка. Ух ты, какой ошейничек. Здесь написано ошейники. Вот. Это поводки. Крепкие такие, плетеные. Тут написано поводки. Это шлейка. О, лисички Орики подойдет. Так, это мы убираем, чтобы не мешало. И вот еще одна штучка. Это обувь для
детеныши, если что-то с лапками. По всей видимости, это медицинские какие-то. Вот. Есть вот такие, а есть... Есть еще какие-то вот такие. Вот, типа вот таких. Один. Такой армейский. Давайте дальше. Лечебный пояс из шерсти моего пёса Гарика. Может пригодиться для согрева маленьких собачек и кошечек. Выглядит он вот так. О, отличная горелка. Конечно, нам пригодится. Давайте дальше. И последний пакет на сегодня. С записочкой. Пусть эти теплые вещи согревают вас в холодные дни. Надеюсь, пригодятся. Спасибо. Конечно, пригодятся. О, так, здесь шарфики. Вот, еще пледик. Не, это тоже шарфик. Шарфик. И вот это дядиме свитер. Большое спасибо, обязательно передам. Ну, на этом распространение закончилось. Большое спасибо Тамаре Петровне за такие подарки, за игрушки, за медикаменты и за много одежды. Большое спасибо. Нам это очень нужно. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!